Бронзовую медаль на чемпионате Европы на донецком татами по косика-карате завоевал севастополец, обладатель черного пояса второго дана Сергей Жесков. Сегодня он у нас в студии. Итак, как проходили соревнования? Какие противники вышли на татами? Соревнования проходили в Донецке с 20 по 23 октября. Соревнования проходили в спортивном комплексе «Дружба». Соревнования были очень организованы на высоком уровне. Было 15 стран, в том числе Украина, Россия, были Испания, Италия, Швейцария, Азербайджан и Грузия. И много других стран, 15 стран перечислять это не совсем. Было более 300 спортсменов. Я выступал в весовой категории плюс 82 килограмма, то есть в абсолютной категории. Выступал первый бой с Швейцарией. Одержал победу в этом бою. Так, Серега в красном. Девчат, а сколько времени? 2 или 3 минуты? Три боя. Три. Спасибо. Так. Так, там 30 секунд остается. Третья татами, а то собака. Плечо. Уже время там, 3 минуты прошло. Декан. Уже больше 3 минут.
Второй был у меня был с белорусом. Тоже одержал победу с, в виде, с разрывом в 6 очков примерно. Да, нет, одно, одно. Да, 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 просто цуки засчитали. Третье татами, Антоша Карапов. Это финал у Серега, да? Финал? Это второй круг. Бу-бу-бу, левой. Чудангири Лазар. Был-был. Отлично. И последний бой у меня был с россиянином, с первым номером спортсмена из России. Бой был у нас равный. Как сказать равный? Бои были сложные, потому что было мало отдыха между боями. Примерно 2 минуты отдыха было между боями, и физически было очень трудно подготовиться. У меня был третий бой, а у спортсмена из России был всего лишь второй бой со мной. И мы, был сложный поединок, был трудный поединок, потому что мы с этим, с Павелом Громовым встречаемся не в первый раз, и я уже знаю, мы знаем, как друг с другом работать. И я проиграл в одно очко, но я не сказал бы, что я проиграл, просто там были кое-какие нюансы, из-за которых меня, можно сказать, вырвали золотую медаль на чемпионате Европы. Ну, бронза тоже неплохой результат. Дай бог, в следующем году будем добиваться больших результатов. Thank you.
Сира Джига. Как сегодня развивается косика карате в Крыму, в Украине, в Севастополе? Благодаря Леониду Анатольевичу Тимохину, это президент Федерации Украины, и Набиеву Олегу Шакровичу, это тоже почетный президент косики карате, Федерации косики карате, а также он является президентом Донецкой администрации, областной администрации. Он вкладывает очень много усилий в развитие именно в Крыму, в Севастополе. Вот меня назначили сейчас представителем от Автономной Республики Крым, также в Севастополе. Но основной центр будет находиться в Севастополе. Вот сейчас я пока занимаюсь в «Спартаке» сам. Я являюсь сам и тренером, сам и действующим спортсменом. Начинаем набор группы детей, взрослых, и будем готовить их на предыдущий чемпионат Украины и в дальнейшем на чемпионат мира, который будет проходить в Баку в 2012 году в Азербайджане. Сейчас есть маленькие проблемы с залом, но, надеюсь, администрация города Севастополя поможет решить эту проблему. Также в этом принимают участие Олег Шакрович Набиев и Леонид Анатольевич Тимохин. С какого возраста дети могут начинать заниматься косикой карате? Дети могут заниматься с 5 лет. Почему? Потому что косики карате, хотя переводится с японского языка как жесткое традиционное карате, но Масаюки Кунихисатака, обладатель 9-го дана, основатель стиля косики карате, он придумал специальную защиту, панцирь, который называется кирас, он закрывает ребра, грудную клетку. Он из жесткого материала, который при нем дает меньше травм. То есть если при ударе тело фактически не травмируется. И каску, которая состоит из первосортной кожи с стеклом, сферой. Стекло вроде сферы, она выдерживает удар битой, прямой удар битой. То есть она не ломается от удара. И фактически можно сказать, что в этом виде спорта травмы минимальны. Самое главное, надо набивать бьющие конечности, руки, ноги. Остальное можно бить, любая техника, даже есть бросковая техника. Но дети даже начиная с 5 лет могут заниматься этим видом спорта, потому что он очень зрелищный, во-первых. И во-вторых, он интересный будет для любого молодого, для ребенка, для подросткового возраста. В тем, что есть защита, мало травматизма и очень интересный зрелищный бой, потому что не останавливают. То есть можно пробивать комбинации, делать броски, но с удержанием. Нету амплитудных бросков, которые могут принести травму. А так можно бить и руками, и ногами серии. То есть это вызывает большое количество очков и интереса у зрителей. В единоборствах сегодня есть такой термин, как миграция из одного вида спорта в другой.
Из каких видов спорта могут приходить к вам ребята? Из кикбоксинга, майтая могут приходить. Могут приходить тэквондисты также выступать в карате, кикбоксеры. Могут приходить из любого, даже из бокса может прийти человек, ему поставить ноги, ему сможет выступать. То есть удар ногами поставить, и он сможет выступать по косике карате. В этом-то и преимущество косики карате, что из любого вида спорта любой человек может прийти и показать свои силы. Единственный трудный момент в косике карате, что не каждый человек может привыкнуть к каске, но при постоянных тренировках каске привыкают, потому что там немного трудно дышать. Для того, чтобы спортсмен активно готовился к соревнованиям, у него должен быть спарринг-партнер. Есть ли у тебя спарринг-партнер в Севастополе? В Севастополе у меня нету спарринга-партнера. Я езжу в Донецк, или из Донецка приезжают ребята, я с ними стою в парах, или также я тренируюсь также боксом, я мастер спорта по боксу. И второй, да, обладатель черного пояса по тэквондо. Поэтому я хожу здесь и на тэквондо тренируюсь, и в боксе, и езжу в Донецк на сборы. Так, несколько слов о тэквондо. У кого тренируешься и кто спарринг-партнер? Я закончил Академию физкультуры и спорта в Азербайджане, в городе Баку. Я занимался в Азербайджане у Эхтибара Мамедова. Сейчас тренируюсь в Дюшен номер 3. И благодарю тренеров, которые помогают мне в Севастополе тренироваться. Это Валентин Иванович Соболевский, Андрей Сиранович Закирян. Это тренера по боксу мои, которые тренируют меня, взяли шеф со мной и дают условия мне в «Спартаке» тренироваться моему стилю. Но я тренируюсь сам, они просто помогают мне держать в лапах, ставят руки в боксе. А тэквондистам всем севастопольским огромное спасибо за то, что помогают мне в спаррингах и тренировках. А своего зала, к сожалению, пока нету, но надеюсь, в ближайшее время он будет. И будем развивать в Севастополе косики карате так, чтобы это был один из лидирующих видов спорта, который будет приносить множество медалей в Севастополь. Чемпионат Европы в Донецке. Это очень удобно, это очень хорошо, потому что не требует суперфантастических затрат. Но в дальнейшем подобные соревнования могут проходить где-то в Европе. Есть ли надежда на то, что кто-то будет помогать с такими командировками? По поводу Севастополя я не могу сказать. У меня в Севастополе на данный момент нету спонсоров. Есть друзья, которые помогают. Есть у меня друг Фай, который мне помогает в поездках, там как-то спонсирует. А так оплачивает поездки Олег Шакрович Набиев и Леонид Анатольевич Тимохин. Это президент Федерации косики карате. Ну, если бы был в Севастополе еще человек, который спонсировал поездки. Например, вот на чемпионат Европы я ездил за свой счет, то есть поезд, а проживание все оплачивала Федерация карате. Да. Ну, а остальные расходы были уже из своего кармана. Ну, спорт не всегда прибыльное дело. Ну, спортом мы занимаемся не то, чтобы зарабатывать деньги. Ну, хотя бы, чтобы как-то было полегче. Если будет спонсор, это будет... Я буду рад, если кто-то привлечется к нам к спонсорству и организует нам какую-то поддержку в соревнованиях, в поездках в соревнованиях. Сергей, перспективы ближайшие. Чемпионат мира где, когда? Чемпионат мира будет в следующем году в Азербайджане, в городе Баку. Он будет в октябре следующего года. И там будет очень сильный турнир, очень сильный чемпионат. Потому что приедет около 22 стран мира, и будут самые сильные спортсмены. Ну, сейчас в косике карате лидируют в основном страны Азербайджана, Украина, Россия. Также японские спортсмены. Вот на чемпионате Европы тоже были японцы. Их пригласили как гостей, как основателей этого стиля. Они приехали вместе с президентом Мировой Федерации Масовики Конхиса Така 9-м данным, Аблатом 9-м данным. Они тоже показали хорошие результаты. Но все-таки в кумите, в боях, очень хорошо проявила себя Украина, Россия. Это в октябре следующего года. Целый год до чемпионата мира. Какие еще соревнования? Соревнования еще и будут у нас в Ростове. Будут турниры. Вот будет недавно скоро открытый кубок Донецка. Я поеду туда тоже. Буду участвовать. Может, буду судейством заниматься, может, буду участвовать. Это посмотрим. Сейчас у меня после чемпионата Европы травма. Я лечил ногу в Москве. Вот буквально недавно приехал. Еще будут турниры в Азербайджане, вот будет в ноябре, в конце декабря будет турнир, международный турнир. Я не знаю, как будет с финансированием. Если будет финансирование, я поеду с удовольствием в Азербайджан на турнир, участвовать в международном турнире. И я думаю, что если я поеду туда, я привезу медаль 100%. Сергей, я уверен, что болельщики в Севастополе у тебя уже есть, и их будет все больше. Хочется надеяться, что появится и спонсор или партнер, меценат, который поможет тебе принимать участие в соревнованиях. Ну, а мы будем отслеживать твои спортивные достижения.